Ну что ж, друзья, я приветствую всех, это у нас такая замечательная игрушка, как Агарио, и мы продолжаем ее снимать. В общем, сегодня у нас вторая серия, наверное, по игре за все время. И давайте, соответственно, вспоминать, как играли мы в свое былое время, и, соответственно, что же у нас тут происходит. Так, играю я на сервере с такими некими кормушками, потому что, когда... А, так они тебя еще едят, интересно, я этого не знал, поэтому... Ладно, не будем тогда к ним сильно подъезжать. На таких серверах я играю буквально впервые. До этого я играл на обычных. Поэтому давайте смотреть, сильно ли что-либо тут отличается. А пока тут нам накидали лавехи, мы давайте, естественно, соберем. Тут, смотрю, такие уже жесткие ребята. И на таких серверах с таким количеством очков, я смотрю, разрастаются товарищи действительно довольно быстро. И это на самом деле интересно. Так, давайте поэтому... тоже стараться расти. Надеюсь, то, что это дело у нас все получится. Никто нам мешать в этом не будет. Буду на это, опять же, очень сильно надеяться. А пока просто-напросто летим подальше от всех, потому что, ну, мало ли, кто знает, что у этих товарищей на уме. Вроде размеры мои маленькие, но кто их знает. Я, помню, играл на серверах. А, там топ-1, я вот только что зареспавнился, буквально съел пару этих штучек, и за мной топ-1 охотился прям таким образом, чтобы делился ради меня. Это было на самом-то деле забавно. Так что всякое бывает, друзья, лучше не злоупотреблять всем этим делом. Тем, что они большие, и нафиг ты им нужен. Всякое бывает на самом-то деле, поэтому давайте не будем. Будем держаться, стараться от всех подальше. Так, я на самом деле... Ой-ой-ой, я на самом деле не знал то, что если напороться на эти колючки, то все. Погибаешь. А, здесь еще и обычные есть, интересно. Многого я не знал о этой игре. Ну ладно, будем вместе с вами смотреть, что тут да как. Так, ну что, давайте пока просто-напросто развиваться, никого не трогая. А далее, я думаю, можно уже будет так более агрессивно играть, но опять же, как получится. Так. Главное... особо сейчас не высовываться, потому что размеры у нас сейчас действительно очень маленькие. Разве что таких вот, как Путин, наверное, есть можно, но пока все-таки лучше. Вот как вот это вот я правильно делает. Просто летает, никого не трогает. Поэтому так. Так. Давайте, соответственно, собирать. Всякое добро. Смотрите, сколько здесь всего. На самом-то деле. Поэтому, я считаю, не нужно все это дело проходить, обходить стороной. Давайте собирать, это нам, соответственно, очень хорошо поможет. Именно на нашем таком старте у нас очков мало, и это нам очень-очень даже сильно выручит. Так. Так, отлично, отлично. А, большое спасибо Обаме за то, что, не знаю, маленько нас подкормил, я думаю, да? Как по мне, мы уже такие более или менее средние. 500 очков это ни много ни мало. Давайте уйдем влево, потому что справа там, я смотрю, замесы уже такие серьезные, да? Ракип. Ракип, могу ли я вас покушать? Нет, там баран. Ой-ой-ой. Ребята. Что-то вы какие-то жесткие, да, я смотрю. Давайте потихонечку отходить в сторону. Вот туда желательно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Мне проблемы не нужны, друзья. Там, пожалуйста, стреляй. Энди? Ты же не будешь? Аза-запроб. Вот это вот было, конечно, круто. Спасибо. Так, ну все, я считаю, просто отлично. Нас есть не смогли, и это очень замечательно. Я думал, сейчас хлоп, и все. Заново придется нам расти, прорастать. Блин, на самом деле такие сервера довольно жесткие. Здесь все прям так друг друга подъедают. Это на самом-то деле, не знаю, очень такие экстремально. Сложно здесь играть, выживать, особенно если ты играешь один, без друзей именно. А когда у тебя есть какие-то напарники, к слову, то бывает, ты появляешься, они сразу же откармливают. Ты на доску почет сразу вылезаешь, и, в общем, играть уже более или менее легче, поэтому вот так вот можно. Кстати, мы вот здесь вот более или менее больше всех, поэтому давайте здесь полетаем. Нет, я передумал, что-то как-то пошло не так. Ой-ой-ой, там кто-то развалился, походу, да?
Нет, все с ним вроде более или менее нормально. Такс, поэтому давайте, соответственно, отходить. Нам, опять же, проблемки не нужны. Мы мирные фермеры, и, соответственно, нам нужно просто маленько стать больше, чем мы есть. Да. Давайте, соответственно, наверное, пойдем куда-нибудь вправо, почему бы и нет. Да, давайте. Сэр. Еще там снизу кто-то. И сверху кто-то. Что-то мне не нравится вот эта вот ситуация, в которой я сейчас нахожусь. Давайте более или менее к левой. Вот это у меня слово более или менее, оно меня раздражает, извините. А за то, что какой-то паразит у меня новый появился. Будем стараться его искоренять. Тер, ты не против? Да, ты против, я понял. Ну, как хочешь. Ой-ой-ой. Наверху уже нету, да, ничего? Так, извините, что молчу, мне действительно очень напряжно. Со всех сторон как-то поджимают. Давайте, соответственно, где-нибудь в уголке посидим. Ой-ой-ой, смотрите. Упс. Проблемы. У нас проблемы, Хьюстон. Ой-ой-ой, спасибо, дружище. Как же ты меня спас. Мы даже на секундочку вырвались на доску почета, я думаю, самые внимательные заметили. Но на самом деле это просто прекрасно, то, что так получилось, РКБ Союз. Нет. Обманщик. Нет. Ой, как хорошо. Спасибо. Ничего себе там. Нет. Там Путина, да, откармливает? Это, по-моему, Путин. Или кто? Сэр, давай без этого. Нормально же общались. Нужно просто от него уходить, потому что этот товарищ такой довольно злостный. О, кстати, мы в топе. Можете меня поздравить. Так. Первый раз заходим, и уже видите, какие результаты. В принципе, все не зря, как говорится. Так что да... Ой-ой-ой. Сколько же вас, друзья мои. Блин, и делиться на самом-то деле довольно страшно. Потому что... Вытеснят из топа... Ой, это топ-1, что ли? Вау. Вытеснят из топа на раз-два, на самом-то деле. Тут такое. Если есть возможность, то тебя сразу же, конечно, кушают. Дрифт Про, нет. За тобой гнаться явно не буду, это как-то... Не в моих интересах. Взорву топ. А я помню... Тихо. Спасибо. Ой-ой-ой, не надо. Ну, я помню, я и взорву топ, они играют заодно, поэтому нужно как-то стараться держаться от них подальше. А видите, они откармливают друг друга, и в этом, в общем, может с нами сыграть плохую шутку, довольно злую. Поэтому нафиг оно надо. Давайте держаться подальше от данных товарищей и уходить. Нам-то лучше будет. Так. Владимир Владимирович. Да, извините. Такс, давайте просто отходить, опять же, чтобы не было проблем. Вроде тот товарищ не отстал, как его зовут, ты уже забыл. Давайте просто тоже, опять же, как можно дальше, в какие-нибудь углы неприметные. Там кого-нибудь найдем, да скушаем. Очень нравится играть, когда у тебя есть какой-нибудь знакомый, как я уже и говорил. То есть ты с кого-нибудь съел, и он съедает твою вторую часть. Осторожно, осторожно. Без паники. Главное, без паники. Так, просто-напросто улетаем. Чтобы не было всякой беды неприятной. Блин, меня расстраивает то, что мы с вами не растем. Нужно срочно кого-то подъедать. А то будет довольно печально. Так. Пожалуйста. Покажитесь хоть кто-нибудь. Опа. Лунтик. Лунтик. Лунтик сразу понял, что здесь ему ловить нечего и ушел. Короче, ясно. Нам нужен кто-нибудь другой. Фиолетовый. Да, фиолетовый поболее меня будет, поэтому нет. Это не наш клиент. Такс. Давайте просто уходить. Ой-ой-ой. Смотрите, сколько внизу интересного всего. Летает. Жалко то, что догнать мы не в состоянии. Вот что действительно печально. Ну ничего страшного. Ой, взорву топ. Это тот самый. Я помню. И он меня а-ля подкармливает. Нет, дружище. Я с тобой дружить не буду, потому что... Я помню, что ты со мной хотел сделать. Поэтому не надо. Больно ты мне нужен. Все, просто уходим.
Ой-ой-ой, там что-то с кем-то произошло, что-то непонятное. О-о-о. Дрифт. Ё-моё, друзья, товарищи, четвертое место, как-никак. Офигеть. Дрифт. Я на самом деле думал, что я его не съем. Ну, видите, сразу же подлизывается. Со мной не прокатит. Слушайте, это Дрифт Про на первом. Нет, я не буду лезть. Как бы я откусил от него слегонца, и все, давайте назад. Нафиг оно надо. Видите, как все довольно удачно складывается. Аж на четвертое место выбрались. 1500 очков. В принципе, довольно неплохо. Я, по-моему, максимальное количество это 6000 набирал. Естественно, держал первое место. Крышевал все. Весь сервер. И было на самом деле довольно интересно. Кстати говоря, сделаем сейчас очень интересно. Я больше тебя, я тебя больше, да. И с тобой, соответственно, нужно что-то делать. Блин, там бабуля улетела какая-то, жалко. Слушайте, а я еще и двойной. Если я разделюсь, я буду явно примерно одинаковый с ним по размерам. Поэтому желательно его где-нибудь в уголок зажать, так будет намного легче нам. Я не понимаю, он соединяется, не соединяется, я на самом деле не вижу, это печально. Друзья, пока мы тут летаем и никого не кушаем, видите, мы начинаем потихонечку уменьшаться. Так, нас подкармливают от халявной еды. Отказываться мы не будем, нафиг оно надо. Да, я все-таки буду примерно такой же, как мы. Поэтому то, что мы будем за ним гнаться сейчас, это бессмысленно. Что-то нас кидает то на пятое, то на шестое место. Так, ну мы в самый уголок уже забились. Нужно... Ой-ой-ой. Сколько добра. Да, налетели сразу же на товарища нашего. Ну, это не наш товарищ, естественно, просто жалко человечек. Съели ни за что. Ну, ладно. Кстати, а вот этот вот я, он уже нас обогнал каким-то образом. Что довольно прискорбно, на самом-то деле. Держали позицию и вдруг скатились. Угу, окей. Окей. Давайте, соответственно, опять отъедаться. Надеюсь, получится. Так, нам нужно найти... Извиняюсь. Кого-нибудь интересного, чтобы, соответственно, его схомячить, да? Да. Ё-моё, я уже на третьем месте, офигеть. А ведь когда-то я его мог съесть. А сейчас он уже достиг таких высот, что на самом деле очень интересно. Ладно. Главное сейчас просто стараться не терять позицию и искать того, кого можно было бы съесть. Хотя бы даже Даниэля, а это кто? Как он быстро в топ-то взлетел, господи. Офигеть. Как в этой игре все меняется. И все, и вылетел сразу же. Вот, смотрите, сколько всего интересного тут летает. А взорву топ на 10-м. Я все-таки поболее его буду, да? Да, я буду поболее его. Блин, ну как же ты не съелся, товарищ? Жалко. Очень жалко. Слушайте, а есть неплохой шанс? Вейпер, где? Вейпер, вейпер. Слушайте, давайте попробуем. Блин, прочухал то, что мы сейчас скушаем его. Надо с этим топом... Ой-я, офигеть. Смотри, сейчас какой замес будет. Нет. Пожалуйста. А, не, я его больше. А, нет, я его меньше. Он откармливает. Откармливает? Если он сейчас разделится, все, пипец. Все, пипец. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, друзья, одержали такую позицию на самом-то деле. Господи, обидка. Ну ладно. Давайте попробуем еще раз, если не получится куда-нибудь лететь. Нужно было разделяться, наверное. Я все-таки тупанул, видите, что он сделал? А я думал, он просто его будет откармливать, да откармливать, и в итоге, да, печально получилось. Ну, ничего страшного, как бы, эта игра и все такое. Ну, да, согласитесь, достойно держались и неплохие результаты показывали. То есть, четвертое место, по-моему, топа за сегодняшний ролик, в принципе, для начала, именно... в той серии, когда мы именно сегодня вспоминаем игру, это действительно довольно неплохой результат. Поэтому неплохо, я думаю. Довольно интересно. А что это за Даниэль?
С кем он тут, я не знаю. Дружит, что ли? Что-то такие вещи там вытворяет. Просто топ. Захочет, заходит. Не захочет, выходит. Интересно на самом-то деле, опять же. Ну ладно. Как-нибудь, думаю, попозже узнаем. Такс. Соответственно, просто летаем и подкармливаемся. Как можно быстрее. Нужно отрастись, чтобы, соответственно, опять крышевать топ. Такс. Ну, соответственно, летим и собираем все, что только можно. Такими образами. Ноги. Ой, кормушка. Да, кормушки тут штурмуют очень даже интересно. Можно тоже попробовать это сделать. Ну ладно, попозже как-нибудь. Даниэль. Так. Доги. Нет, ладно, бог с этим доги. Нам он сейчас, по сути-то, и не нужен. Осторожно. Ой-ой-ой, смотрите. Хотел сказать, смотрите, какая кормушка. Ее уже опустошили. Обидка. Ой. Спасибо. Спасибо. Оп. Потихонечку. Так, надеюсь, сейчас никто... Блин, доги. Доги. Все сломал. Интересно, он не будет ради нас разделяться на 4 части? Я бы не стал. Давайте тогда вот. Вроде бы более или менее заняли кормушечку. Даже две тут. Ух ты. Прекрасно. Соответственно, просто так подъедаем. Дрифт. Я понимаю, ты был топ-1, все дела, но не надо наглеть. Я как бы поболее буду, да? А ты, я смотрю, там вообще спокойно так все собирает. Нормально вообще живет парень. ТТ. ТТ. Нет, ТТ. Я передумал. Давай оставим все как есть. Так, пока просто уходим. Нет, он решил ту кормушку тоже себе забрать, да, ну и забирай, господи. Я возьму тогда себе вот эту. Как бы, no problem. Соответственно, опять же, откармливаемся. Ясно. Он решил все-таки маленько за мной погоняться. Ну давай, попробуем. Как бы это будет довольно весело. Обамыч. Обамыч. Слушайте, а что если... Это вот Канада меня смущает. Вот ради Обамыча я бы на два кусочка разделился бы на самом-то деле. Почему бы и нет? Но вот эта вот Канада, она мне... О, Гонконг. В принципе, друзья, я предлагаю на этом первую серию завершить. Она была такая, более-менее вспоминали, что у нас происходит в этой замечательной игре. А если вы хотите больше серий по этой игре, то обязательно ставьте лайк. Чем будет больше лайков, тем, естественно, я быстрее пойду записывать новый выпуск. Смотрите, какой замес тем временем происходит на заднем плане. Тум. Вообще, очень на самом-то деле жестко. Поэтому, друзья, игра такая. Все в любой момент может поменяться. Ссылочка на нее, естественно, будет в описании. Кто захочет поиграть, заходите. Я играл на компьютере. Также эта игра имеется в Play Market. По поводу App Store, я не знаю. В общем, все. Желаю всем побольше удачи, поменьше сливов, как в Клэше, так и в Агарио. Пока.